Конкурс соревнования «Безопасное колесо» 2014 стартовал в школе номер 7 города Кизилюрта и стал ареной для проведения состязания среди средних классов общеобразовательных учреждений города. Ежегодно проведением данного конкурса занимается автомобильная школа города Кизилюрт. Просветительская работа, которую они проводят среди подрастающего поколения, позволяет знать правила поведения на улицах и дорогах, формировать у них понимание опасности. Но главный его итог – это воспитание дисциплинированных участников дорожного движения. Товарищ начальник образования, команда СОС номер 7 для участия в городском конкурсе «Безопасное колесо 2014» построен. Капитан команды Фазуаев Шамиль. Рапорт дан. Рапорт принят. В отряде юных инспекторов и участников дорожного движения – дети 5-6 классов города. В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей правилам дорожного движения специалистами автошколы ДУСААФ города Кизилюрт ежегодно проводится мероприятие под названием «Безопасное колесо». С каждым годом его проведение становится шире и интереснее предыдущего, но задачи соревнования по-прежнему остаются неизменными. Это обучение правилам дорожного движения, безопасному поведению на дорогах, а также привлечение детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Участие в состязаниях нынешнего года приняли 5 команд. Программа конкурса состояла из практических и теоретических заданий. Юным инспекторам дорожного движения в ходе конкурса пришлось продемонстрировать свое знание правил дорожного движения, навыки оказания первой доврачебной помощи, а также фигурное вождение велосипеда. Главным организатором состязания выступила автошкола ДУСААФ в городе Кизилюрт при поддержке управления образования и управления ГИБДД. Многолетний опыт участия преподавателей автошколы в подобных мероприятиях является реальным отражением внедрения программы подготовки детей к безопасному поведению на дорогах. Поскольку дети – это самая уязвимая категория граждан, участников дорожного движения, то такая просветительская работа может быть доверена только профессионалам, какими являются специалисты автошколы. Каждый год в рамках программы агитации правил дорожного движения, безопасность дорожного движения в городе проводится мероприятие, вернее конкурс «Безопасное колесо». Мы, как Кизилюртская автошкола ДУСААФ, принимаем тоже участие в этом с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, пропаганды здорового образа жизни, совершенства работы формы и методов работы по предотвращению дорожно-транспортного происшествия с участием детей и подростков. Привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил дорожного движения, развития инициативы традиции коллектива школ, общественности, конкурс «Безопасное колесо». Вот в данном случае сейчас одна из школ дает зачет по правилам дорожного движения. Сегодня подошел к концу наш очередной традиционный конкурс инспекторов дорожного движения, который называется «Безопасное колесо». Вы знаете, что задача нашего конкурса – это более глубже изучать правила дорожного движения. Вы у нас молодые инспекторы дорожного движения, юные инспекторы дорожного движения. Поэтому я надеюсь, то, чему вы сегодня научитесь, передадите своим друзьям, товарищам. Даже будете учить своих родителей. Тоже от имени автошколы хотели бы наградить школу номер 9, занявшую 3-е место. После
проведению общих итогов первое командное место заняла школа номер 7 города Кизлёрт, второе место у школы номер 5 и третье место разделили школа номер 8 и 9. Все участники призовых мест были отмечены грамотами и поощрениями от автомобильной школы. «Безопасное колесо 2014» завершилось, и организаторы конкурса надеются, что все школьники, независимо от того, приняли они участие в состязании или нет, будут законопослушными участниками дорожного движения. Опыт участия преподавателя автошколы в подобных мероприятиях показывает, что такие конкурсы способствуют повышению уровня знаний ПДД и культуры поведения на дороге. Для профессионалов автошколы города Кизлёрт это не просто игра с детьми, а достаточно серьезная и ответственная работа. Я хочу поблагодарить организаторов школ за конкурс «Безопасное колесо» 2014 года. Вам желаю счастья, удачи и здоровья.